Ты гля, его можно пинать. А ну, навались на него, банда. Давайте завалим его. Смотри, что можно делать, ребят. Банда, ну бегу. Стоять, куда побежал? Так что разработчики карты. Ну-ка, ребята, дайте я вам глаза посмотрю, что вы курили, когда создавали эту карту, ребят. И всем привет, дорогие друзья, с вами Робзи, добро пожаловать в Roblox Zombie Simulator или симулятор поедания мозгов. Я в игрушечку зашел первый раз и пока еще не знаю, что здесь можно делать, но знаю одно, можно есть мозги. Со мной, кстати, играют мои подписчики, ребята, всем привет. Вон они сколько бегают за мной, смотрите, все мы кушаем мозги, мы кушаем вот эти Брайан или как это называется. Брайан, ребят, это мозги, смотрите, плюс один мозг. В смысле, они еще и дерутся здесь? О, можно вот так вот бить что ли? А ну-ка иди сюда. А ну-ка, нет, смотри. Ребята, да я еще и расту. Ничего себе. Вот это да, а ну-ка. Ну, сейчас будем кушать, вот, кушаем мозги. Почему этот мозг больше меня? Вы посмотрите, какой здесь гиппопотам огромный, у него маленький мозг кушает. Ничего, ребята, ща я вырасту, буду огромный здоровенный зомбик. Так, ребят, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Плюс 10 скорости. Нет. Большой мозг. Нет. Гигантский мозг. Четверной мозг. Зомби, грипп, бомб. Мамочки, это все за донат. Шоп. Я хочу шоп. Мозг, ауры. И еще двойной мозг за $100. Стоп, надо срочно мозги есть. Нужно соточку набрать, ребят. Так, у меня плюс один Брайан. Ой, как они его убили? Вы посмотрите, он... Ребята, он сдох. Как так-то он сдох? Так, у меня $107. Мы можем купить двойные мозги. О, и что будет? О, смотрите, фига себе, по 5, ребята, смотрите. Да я их сейчас всех обгоню. Смотрите, поскольку я хаваю сразу. Ой, мои мозги. Ням-ням-ням-ням-ням. Боже, какая у меня моделька классная. Ну, моя фирменная коробка на голове. Она никуда не пропадает. Всегда моя коробочка со мной. У меня нога костяная. Рука такая, скелетончика. Футболочка моя, Roblox Funny Games. И что у меня? Какая-то белая курточка, зеленое тело. Я вообще какой-то странный. Этот чувак, он упал. Смотрите, он упал. Эй! Он настолько огромный, что он просто уже падает. Ну-ка, кто там, папа? Смотрите, мне 230 баксов. А что я могу купить? Я могу купить еще Раф Брайан. Джуси Брайан. Ну-ка, Джуси Брайан. Покупаю. А где они? Вот. И что будет? По 10, ребята, смотрите. Я могу уже по 10 хавать. Вот это я сейчас огромный вырасту. Нет, а почему они такой? Почему они... А, вот, смотрите, если первый мозг, он большой, этот чуть поменьше, а этот какой-то вообще... Джуси, это какой? Фруктовый мозг? Какой мозг вкусный, ребята. Няма-няма. Смотрите, как... Ой, это цифровой зомби, ребят. Смотрите, он... Этот зомби из матрицы вылез. Так, а почему... Почему, ребята, Почему у меня уменьшаются жизни? Я же ничего не делаю. Смотрите, здесь еще топ есть какой-то. Кто там самый у нас большой? Сколько? Почти 8 миллионов мозгов съел. Ничего себе, зомби. Скоро он захватит весь мир. Так, что мы можем купить? Что у нас в шопе? Давайте посмотрим. Так, ребята, нам нужно 1000 копить. Нам нужно срочно накопить на 1000. Так, у нас по 10. Мы по 10 кушаем. Я уже хорошо вырвался вперед. Смотрите, как. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Стоп. Шоп. Ауры. Я могу купить ауру. Огненная аура. Бинари. Я хочу огненную. Покупаю. Питомцы. Покупаю. И чё? Смотри, что происходит. Я зомби-ракета. Горит очок. Какой еще там есть аура? Ну, бинари аура. О! А, вот она, цифровая аура. Вот оно что. Вот они, циферки откуда-то берутся. Почему я так быстро деньги... Я же только что потратил. Я хочу... О, фриз аура.
Сейчас мы, ребята, накупим косарик, накупим новые мозги себе за 1000. И после этого будем, ребята, копить на новую ауру. О, так тут еще и жизни восстанавливаются. А как я восстанавливаю? Как я жизни восстановил? Эй! Хо-хо-хо, ребята, круто! Смотри, мы симулятор поедания мозгов. Зомби-подписчики. О, зомби-подписчики мои. Хо-хо-хо, крутые ребята. Это вообще самые крутые ребята. Мои подписчики самые лучшие, ребят. Так, у нас есть 1000. У нас есть 1000, и мы все покупаем новый мозг. Называется Moist Brown. Что бы это такое значит? Ну-ка. По сколько? По 20, ты смотри. Фига, он какой-то двойной еще. Мы сейчас быстро наедимся. Оп. Гля, как я хаваю круто. Ого, как он так быстро вырос? Эй, как ты так быстро наелся? У Саня супруга, вот смотрите, он тут только что был со мной наравне. Он меня же так быстро обогнал, ничего себе. Он, наверное, раньше накопил на эти топовые мозги. Ща я вырасту, ща я куплю что-то интересненькое. Ща у меня будет топовая аура. Я куплю дурацкую ауросику. Ой, да смотрите, о, он синеньким тут воздух портит. Ты почему здесь, вот, сейчас я тебе, я могу его? Ты глянь, его можно пинать. А ну, навались на него, банда. Давайте завалим его. Смотри, что можно делать, ребят. Банда, ну бегу, стоять, куда побежал. Ребята, смотрите, тут можно бандой атаковать. Стоять, куда ты здорово убегает от нас. Ты чё, шустрый какой-то. Я сейчас вас тут буду. Так, я хотел себе ауру. Я хотел себе прикупить-то... Вот такую ауру. О, класс, все. Теперь я газую по-настоящему. Вот это да. Вот это суперская аура. Смотрите, я синеньким. Этот здоровяк возвращается. Ну-ка, сюда иди. Банда, оно, атакуем его. Все напали на него, давай, за ногу хватай его. Давай, вот так, дави его. Вот так вот, победили, мы как эти, Гулливер в стране великанов, смотри, мы лилипуты, в стране лилипутов, смотри, что с ним происходит, ребята, давай, гасим его, лови Гулливера, будем мочить его, боже, какая прикольная игрушка, если вам, ребят, нечего делать, можно заходить, немножко попердюкать здесь, покушать мозгов, так, у нас 2200, срочно шоп, так, у нас новые мозги, воу, мы покупаем за 2000 мозги. И почем они? В смысле? А, нужно выбрать их. О, по 40. Вот оно что. Вот оно где прокачка-то скрыта. Смотрите, какой он здоровый. Мы сейчас его быстро догоним. О, он упал. Давай, дави его, пока он упал. Пока. Ногами его давай. Вот так. Что думаешь? Большой думаешь? Ну, такие... Чем больше зомби, тем больше... Тем... Как там оно говорится? Нет, не зомби. Ой, чем больше кав, тем громче падает. А у нас тут зомби громко падают. Так, у меня уже 1500. Так, сколько у нас, ребята, следующие мозги стоят? У нас 4... Все, максимальные мозги за 4000 всего лишь. Да сейчас на изи, ребят. Сейчас на изи соберем 4000 бакинских. Или чего мы? Это... То есть мы за мозги получаем деньги. Это что, разработчики карты? Ну-ка, ребята, дайте я вам глаза посмотрю, что вы курили... Когда создавали эту карту, ребят. Ой, это да. Мне кажется, она это же свеженькая карта, ребят. Свежая карта. Она еще очень новая. И поэтому еще много здесь не введено. Наверное, будет дорабатывать. И будет много всего интересного, я думаю. Пока мы можем что здесь делать? Пока можем просто ходить, вонять. И кушать мозги. Просто жрать их тоннами, смотрите. И немножко пинаться. Драться мы еще не умеем, мы можем только пинаться немножечко, вот так. Ху-ху. А мы можем убивать, мы можем только пинать или можем убивать. А ну-ка, стоямба. Ну-ка, иди сюда. О, есть, я завалил его. А вон, смотрите, здоровый какой. Гля, какой здоровый, а ну иди сюда. Стоять, иди сюда, ща. А ну, куда убежал? Так, ребят, новые мозги, срочно, новые мозги. А, все, вот. А как их выбрать? А, вот. По 80. Вот это я понимаю мозги. А ну-ка, сейчас я тебя... Давайте, с головы. На тебе. С головы тебе. На. Ну, давайте, лупасть его. О, они того убили, чувака. Гля, он еле живой. Лупасим его. Давай, да он еле живой. Добивай его сверху на него. Гля, он вообще тут
дикий какой-то. Мы его забили. А этого мы не можем сбить. Мы только здорово можем. Он иди сюда. Вот так. О, гля, мы этого пин побили. Так, и что у нас есть? У нас 3000 бакинских. Мы можем себе ауру какую-то. О, кровавая аура. Мозги топовые. И это мы все купили. О, гля, какой. Гля, какой у меня шлейф фигачит. Вот это да, смотрите. О, кровавая аура. Ничего себе, ничего себе, ребят. А у них тоже такие, да, у них тоже такие ауры, ребята. Итак, мы, в принципе, получается, все, что могли на данный момент в этой игре купили. Нам остается только стоять и жрать мозги. И жрать мозги. Иди сюда. О, мы его сбили. Ребят, ну все, на этом обзорчик симулятора поедания мозгов с подписчиками мы заканчиваем. С вами был Робзи. Хорошего настроения, приятного просмотра и всем покедова!